Все туманными краями, грудной, распетый соловьями, твой голос позовет меня. Какой нераненый поэт в тебе, в твоих глазах любимых, сверкающих, неопалимых, как чароита вечный цвет, как две дрожливых полыни, где возле кромки хрупкие ини. Слеза свечается полыни, но неотлетны соловьи. Замечательно. Вы что-то почерпнули, да? Нет, ну просто... Вот ваш Саша, приятно. Вы его бейте. Слышь, бейте этими... Целуйте. Грудью прижимайте. Нет, человек имеет шанс, понимаете, выскочить из среднепровинциального нижнезадрищенского поэта. Сибирский поэт. Есть. Кого-то уходит, у него баба плохая. Так Бог выпал, заместите ему. Нет, но человек имеет шанс. Уже, скажите, я когда работал в этой газетке-то? Уже года 3? Нет, он там приносит, мы читаем, с ним обсуждаем, глазки загорают, что-то опять там носит, потом... Да мы же его и так любим все. Конечно, мы его любим. Нет. Ты скажешь, нет новых стихов, не дам. Нет, вы ему. Черно! Нет, я не знаю. Нет, ну, я вам честно говорю. Вот при вас человек, имеющий шансы выскочить из этого быдовости, да, стать не читинским сельским сибирским. Уже это вот уровень из того, что сделал уже в кармане. Но надо как-то его заставить. Как это? Так может вы ему и поможете? Да я прямо в глаза говорю. Надо заставить. Как это говорила жена-то Ленина? Надя Крупская. Как это звали? Надя. А, Надя. Пока вторую главу материализма и интеллектуализма не напишу, не приходи в койку. Или... Отлично, мы вчера вспоминали. Или жалоба пресс-секретаря. Да. Я в общей жизни, в общем-то, не злой. Жил-был в Чите, платил свои налоги, но как насмешка неба над землей писал для вас мгимны некрологи. При нынешней-то скудности идей начальство наставляло с умилением на смерть весьма влиятельных людей. Пиши, поэт, с особым вдохновением. Вот казнократ, вот вор большой, но ты пиши, мол, честный, благородный, мол, мы его любили всей душой, мол, он достоин чести всенародной. И я писал, сочтя за благодать, плести слова, как надо, без заминки, не мне ж над гробом плакать и рыдать, не мне ж справлять роскошные поминки, не мне ж судить земные их грехи. Но вот суббота или воскресенье, трень-трень, звонок, вставай, иди вскрывать архив, садись писать для прессы донесения. Скорей, скорей, всех поджимает срок, дежурный диктор мается при этом. И я надумал сочинять их порог. И заранее перелистал анкеты. Вот человек по улице спешит, чванлив, заносчив, горд перед коллегами. А у меня уж папочки лежит. Прощай наш милый Александр Олегович. Ирония и правда торжество, притом служило основным залогом, что рано или поздно воровство закончится стандартным некрологом. История парадоксальна, друг. Какие слезы льются над гробами, какая ложь бесчинствует вокруг, а жизни не прибавить не может. Ну, вы знаете, кто это? Замечательно. У вас глаза цветочки, а ягодки внутри. И пусть в делах у сильных Филиппов друг сердит, но сам полуполтинных на вас как бог глядит. Замечательно. Здорово. Здорово. Сильных полуполтинных. Да. Ну, там надо Т.